Ну чё? О, как это сами? Да. Ничего себе, как красиво. Давайте тоже стул. Мама, что он делает? Ты поняла по поводу картошки? Ты картошка? Нет. Ну, прикол, ходите, ребят. У нас папа выпрашивает у Стешки картошку. Мало картошки. В общем, наш папа очень любит картошку. Ну, не картошку, картошку, не овощи, а сладости. Картошку. А Стеша нам сегодня привезла очень вкусную картошку, которую папа заценил. Теперь он говорит, привези картошку. В общем, Стеша, у тебя картошка теперь. Ты теперь знаешь путь к сердцу на зиму, понимаешь? Я был теперь, Да, если ты хочешь, чтобы он был добрый на съемках, тебе надо привозить ему картошку. Я хочу одну штуку сделать. Наша три отпечатка пальцев. Я уже знаю, что Степ подарит на зиму на день рождения. Картошка. Картошку. На Новый год. Картошку. У нас, как всегда, ребят. Три девочки напали на мальчика. Он мой телефон забрал! Это вообще ужас! 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 Растерзали просто! Ну что, мы едем сейчас на каток? Да. Поехали! Так, уж мальчики, ёлки! А если не серьёзно ставим носок? Да, носок. А что, он скатился у тебя, что ли? Нет, он маленький. Он короткий? Да. У тебя ногу не будет резать вот здесь? Не должно быть. Можно бахил напросить? Бахил не помогут. Уже сегодня не маленький. А тебе надо их подтянуть, они размер меняют. Да, сейчас на зиму надо дать, чтобы он это сделал тебе. В общем, вы пришли, как вы видите. Шлем, шлем. Да, мне наверное, надо. Надо. Мне не надо. Я просто... Шаринка, подожди, сейчас помогу завязать. Сейчас папа поможет. Там надо будет Милане помочь размер подтянуть. В общем, мне так и не дали сказать, куда мы пришли, но я думаю, что все уже поняли. Учитывая, что ребята надевают коньки, Стешки сейчас ждет. Носок, о, у тебя такой классный носочек с медвежатами. Миленько. Это Пошел. Аккуратно, пожалуйста. Смотри, я сейчас упаду сразу взять. Да нет, не упадешь, аккуратно давай. Я принесу. Они в сумке были. Забирай кофе. Ой-ой-ой, что творишь? А снег идет. Я вспомнила, как кататься. Да? Мила, я отдыхаю. Давайте я вас сфоткаю. Мы пришли после катка покушать. Девочки, мальчики, всем приятного аппетита. О, Степа, а ты что вилку взяла? Здесь, значит, аминин. Раз, здесь вилка. Да, ребята, это вилка, блин, Владимир. Всему Вегасу. Мы это, расследуем, кто чью вилку взял. У меня три. Тему, конечно, я меняю. Тему расследование, я тему пойду. Ты лимонад будешь? Я посмотрю, я либо да. Медью, ну, лечить на это, на врача пойду. Ты хочешь на врача? Либо на детектива, либо на этого. На кого еще? На психолога. Это я уже пил? Ты хочешь стать медиком? Да. Представляете? Я в шоке. Я сейчас в шоке. Камиль хочет стать медиком. Нет, спасибо. Приятного аппетита. Выглядит очень аппетитно. Я когда-то хотела стать ветеринаром. Алина тоже хотела стать ветеринаром. Приятного аппетита. Смотрите, ребят, какие фотки сделали ребятушки наши. Бэйби, бэйби, бэйби. А твоя где фотка? На сериал. Кого размазанная? Нет, у меня прикольно. Это самоцельная. У меня вот такая. Кстати, торговый центр уже закрылся. Мы последние.
как всегда. Пойдем. Великолепная четверка. Пятерка. Арабские дрифты. Не проезжают, текстуры, походу, заели. Текстуры сломали. Проедешь, погнал. Блин, а как перевернуться? Горит, слышишь? И сам бы, прикинь, это. Машина. Камиль. Подъехали к машине. Я первую. Камиль, сейчас стукнешь тачку. Да все хорошо. Прям, знаешь, с доставкой до машины. Я таксист. Девочек, не переживай. Давай, Озон. Покажи, как твой. Озон, доставка. Озон, экспресс. От 10 минут. Смотрите, целых три рыбки. Одна рыбка у нее есть уже. Пап, кстати, комната... Нам надо было немножко пораньше это сделать. Почему? Но она переселять их будет завтра. Потому что эта женщина, которая продавщица, она сказала, что нельзя сразу рыбок в воду, которую мы сейчас наберем. Ну да, для них это стресс, штука, потому что... Да? Эта штука называется аквасейф, должен разбавиться, и вода должна немножко прийти в комнатную температуру вместе с этой водой. И нельзя вот эту воду выливать туда. Для этого мы купили специальный сачок. Кстати, Камиль его забрал. В общем, это очень интересный, на самом деле аквариум. Такого я еще не видела аквариума. Это находка на самом деле для нас, потому что это называется ключ от всех проблем. Аккуратно. Этот аквариум. Ключ от всех. Может, папа поможет? В этом аквариуме есть все. Смотрите. Классной формы. Во-вторых, тут есть такая темка. Включается свет. Причем нажимаешь, и оно меняет. Как раз. Да. Тут есть встроенный фильтр. Встроенный воздушная подача. Встроенный фильтр, значит, ну, очищающий воду. А самое главное, что сюда засыпаешь еду, вот в этот дозатор. И тебе не надо каждый раз подходить с пакетика высыпать. Подошел, еда высыпалась, и рыбки довольны. Да. Класс. Угу. Камиля, смотрите, какая сережка. Это моя. Линейка треугольная. Давай поставим на стол, потому что не хватит. Тут столько внутри всяких штучек. Можно я покажу? Ну я буду другие делать. Давай посмотрим, какой из них свет. Нет. Все, сама сделала. Сгорит. Смотри, цвета какие. Это тут можно. Вот это классно класс. Будет. Рыбки будут. Вот, а ламенькие глаза не будут болеть от вот него. Вот под этот цвет? Да. А? Нет, еще я его на утро. Я его на утро буду вот. Вообще нет, ничего не трогаю, оставляю всегда вот так вот. Мы вернулись с торгового центра. Сейчас Аминка распаковывает свой аквариум. Она купила рыбок. Дальше. Прикольные здесь штучки. А, смотрите, какая здесь штука, какая там странная. Здесь... А кстати, почему ее там? Ее подключают к трубке, она сказала. Тёпка. А, и она крутится? И она будет крутиться. За счет воздуха подается сюда. Смотрите, тут прикрепляешь сюда присоску, вода подается, и вот лошадки вот так крутятся. Ничего как себе. Смотрите, там присоску прикрепляешь, и оно вот так вот летает вокруг. Ничего себе. Классный набор, я тебе говорю. Это прям... Такой набор,
Их два было. Один черный, один белый. Черный уже нас купили. Ну, вот ей хорошо. Не, ей наоборот в комнату белый подходит. А мне белый. Тебе черный хорошо подходит. Тоже в наборе? Да. Динозаврик. Документация должен воздушный шарик. Воздушный шар. Ну, это вообще классно, слушай. Еще, еда. Блин, да, еще еда, пап. Это не для моих, вот это для моих. А где этот грунт? А, вот цветной грунт, я вижу. Вы только не запутайте лески, потом не распутайте. Ну, классная вещь.